Получай сигнализация. Ну давай, сразимся с паучком с тобой. О, паучок, на тебе. Щелкнули? Как мы хорошо его успели щелкнуть. Опа. О, максимальное здоровье мне нужно. Мне нужно это максимальное здоровье. А, как-то мне его еще взять. Аккуратненько. Есть. Так, сейчас мы этого... Подожди. Босс. Злой босс. Сейчас мы тебя щелкнем. Попробуем хотя бы. Нет. Ай-яй-яй. Ну. Неуязвимость. У меня есть неуязвимость. Все. Ух ты. Еще быстро так двигается. Ну, ё-моё. Давай попробуем тебя щелкнуть. Есть. Удар. Ай-яй-яй-яй. Так, ты еще хочешь драться, да? Все, он ушел, убежал босс. Босс убежал. Ах ты такой, ах ты гады, а приспешники. Приспешники ада. На мотоциклах. Вот, нет, ложечка моя. Ох, какой же эти, паучок жирный. Все, уничтожили. Это кто такие за жукашки? Букашки. Так, жукашки-букашки. Давай мы этого попробуем щелкнуть. О нет, сколько вас тут, а? С клещами еще. Так, это последняя моя тачка, да? Или у меня еще одна есть? Нет, последняя, кажется. Оба. Прям такое месиво. О, ракетку нужно взять. Пусть получится. Сто 120 гаечных ключов. Спасибо. Так, давайте, ребята, что-нибудь прокачаем. Давай силу прокачаем. Я ни разу не прокачивал силу. Все, спасибо. Так, отправляемся. Отправляемся дальше. И попробуем мы здесь поиграть. Так, ух ты, это что за уровень новый? Играем. Догони, уничтожь конвой, чтобы освободить друга. А, ну сейчас попробуем. Мы освободим друга. Крутанем спиннер. Посмотрим, что нам выпала бомбочка одна. И энергия 5% и 10% алмазики. Так, все, забираем награду. Поехали. Вон друг едет наш. Ой, нам нужно его быстрее догнать. Так, 3, 2, 1, 0, пуск. Давай, поехали быстрее. Так, ускоритель мы включаем. Так, нас встречают эти всякие машинки. На, зарись нафиг. Так, где у нас конвой? Блин, успеем мы до конвоя или нет? Так, бомбочки есть? Так, вот это попробуем взорвать. На тебе. Она сама взорвалась, кстати. Так, если мы так будем медленно ехать. А, друг наш, бедолашка. Мы его не спасем. Давай, быстрее, машинка. Так, О, вот он. Давай, взорвем. Так, куда ж ты улетаешь? Куда ж, подожди. Во, давай, есть. Подзорвали мы его. Да. Мы освободили Смарти. Вот это круто. Вот это здорово. Хорошо, что мы его освободили. Ну что, еще одна победа. Мы получим сундук, а потом 1000 и 2000. Итого 3600 мы можем здесь вытащить по деньгам. Но я считаю, что 3600 это очень хорошие деньги. Редмонд и Дудаплей. А, ну давай, Редмонд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Я лучше здесь постою, подожди. Подожду тебя, чувак. О, едет. Так, ага, ракетки решил использовать. Ну ладно. А я тебя огнем сейчас буду фигачить, огнем. Во, еще немножко. Так, мне нужно подлечиться. Редмонд хитрый такой. Танк. Ждем. Где же ты? Ага, давайте, я не знаю даже куда встать. Но он, смотри, хитрый, он понимает, что у него здоровье маленькое.
И он не спешит идти в бой. Хотя... О, давай, есть. Уничтожили. Но он знал, что он ничего не может сделать. Здоровье-то маленькое. О, все, взяли мой сундук. Пошлите дальше, попробуем деньги заработать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он против нас, Катюша. Опасный танк. Наверное, сюда встанем. Сюда куда-нибудь. О, здесь будем стоять, его, в него стрелять. Ёлки-палки, смотри, что творит, а. Ага. Давайте подлечимся сразу. О, ждем. Ой-о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 й. Надо наступать, короче, на него. Нет. У него защита. Он защиту включил. Ах ты гад. Так, все, защиту открыли ему. И прожариваем. Фух, успели прожарить. Ребята, чуть-чуть можно было бы проиграть. Но мы выиграли. Давайте дальше. Так, против нас Титан. Ну, ладно. Будем надеяться, что мы выиграем. Он не должен сильно там быть сильным. Такс, не знаю. Подъеду сюда немножко. Ух ты, прям меня стрельнул. Ах ты гад такой. Давай, ладно. Сейчас будем прожаривать его потихонечку. Ох-ох-ох-ох-ох. Вот это да. Он сильный, ребята, сильный. Нужно подлечиться. Ох, успели мы. Успели его уничтожить. Ну что, 558 долларов, давайте прокачаем нам меч. О, уже поживее стал мечом работать. Оп, щелкнули. Так, вот этих сейчас щелкнем. Да, мне теперь уже нравится, как он мечом работает. Смотри, как быстро убивает. Но пока дойти мы далеко не можем. Давайте возьмем броню. Да, с броней. Самое интересное, удивительно вообще, причем тут броня. Но броня... позволяет энергии больше. Больше дается почему-то энергии. Смотри, мы сейчас намного больше пройдем, чем до этого. Интересно, да? Просто прокачали броню. Вот, видишь, мы сюда не ходили еще. О, давай. А, не успела сорову убить. Ладно, давайте прокачаем еще энергию. Поехали. Вот, с прокачанной энергией у нас получится пройти побольше, побольше. Так, а ну-ка, стой, стой, куда ты упал? Зомбарики. Видишь, ящики тащат. Слушай, а это же это, полицейские. Точно. Ну, сейчас мы всех этих полицейских пощелкаем. Так, вот этот я хотел еще взять. Да, 4 бакса, спасибо. О-о-о-о, а мы здесь были вообще? Нет, это, смотри, новая локация. Мы сюда не доходили с вами. Или доходили? Так, есть. Давай, иди сюда. Я сейчас тебя подожду. Щелкну. Раз. И второй. Второй ползет к нам. Давай еще. Еще. Опа! Есть. 189 долларов. Нифига себе. Давайте возьмем тогда броню. Броню прокачали, ребятушки. Идем дальше. С прокачанной броней. На, получай. Где тут еще? На. Есть, хорошо. Так, а мы до куда вообще доходим? Ну, пока до полпути мы не можем найти. Мы процентов 10, наверное, сейчас прошли только. Так, вот это тоже мне надо. Все, короче, ящики мы сбиваем, потому что это, ребята, деньги. А деньги нам очень нужны, чтобы прокачивать наших героев. Так, о! Смотри, мы уж до листвы какой-то дошли, представляешь? Просто я броню купил. Просто купил броню. Офигеть, смотри, куда прошли. Есть. Все. 241 доллар мы заработали. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Duda Play. И мы сегодня играем в такую интересную игру. ASMR. Резко. ASMR резко. Нам нужно здесь отрезать часы. Ого! Какой острый нож, который режет часы. Даже болтики мы отрезаем. Медленнее. А зачем медленнее резать?
Я могу и быстро резать. О, ну нет, надо до конца резать, смотри. Опа, отрезали, как по маслу. Так, ну все. Получается, уровень пройден. Так, загадочный предмет открыто. Так, давайте попозже мы его откроем.